теперь бери звезду и клей ее. Клей сюда. Переворачивай так. Ничего не переживай. Клей. Там ничего страшного нет. Клей, 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 клей. Подготовка к символическому открытию зимнего сезона в парке культуры, спорта и отдыха началась, как и полагается, заранее. Творческий мастер-класс по изготовлению палочек. Не простых, конечно, а волшебных. Если правильно взмахнуть и сказать нужные слова, можно очутиться в сказке. Волшебство продолжается. Почтовый ящик готов принимать письма Деду Морозу. Их обязательно передадут зимнему герою, отправят в Великий Устюг. Пока я занимаюсь его досугом, да, так что я его везде вожу, но он не против, вот тоже с удовольствием смотрит. Оркестр, мастер-классе участвовал, так что все обоюдно. Маленький Ратмир прилетел к бабушке с острова Бали. Он впервые видит не то что Россию, а даже просто снег. Что показать внуку в первую очередь, спортивная бабушка Оля долго не думала. Из Долгопрудного приехала сюда, на Лазутинку. Потому что здесь красиво, уютно, здесь сама атмосфера теплая, несмотря на снег. В этом году сезон в парке начался почти на месяц раньше, чем в прошлом. Помогла и погода, и новая техника. Качественно подготовлено более 17 километров лыжных трасс. Кстати, в этом году у нас открывается каток. Это будет замечательный каток 1450 метров. Он будет оснащен музыкой, светом. После того, как вы покатаетесь, можно будет погреться в кофейне около катка. Это будет очень уютная, хорошая зона. Покататься на лыжах и коньках, вкусно поесть, поснимать красивые виды для своих соцсетей. Добро пожаловать! Зимний сезон открыт. Тимур Гайсин, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».